Волонтерский штаб всероссийской акции «Мы вместе» начал работать год назад, в разгар пандемии. Дарья Токарева помогает людям уже давно, но доставка продуктов и лекарств пенсионерам для нее новая задача. Говорит, сильно переполняют эмоции от того, что она может подарить радость другому человеку. Я давно, если честно, хотела помогать людям, которые в такие трудные времена не способны даже по некоторым причинам, по сильным ограничениям выходить из дома. У меня только сейчас появилось свободное время, и я рада, что могу принять участие в такой акции. Это очень приятное и теплое чувство на душе, так как тебе перепадает доля счастья от человека, который в такое время не всегда может быть счастлив, а тут ему предлагают помощь. Для того, чтобы заказать продукты или лекарства на дом, заявитель должен позвонить на горячую линию волонтерского штаба администрации города по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Обратиться за помощью могут жители города старше 65 лет, одиноко проживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции. Любовь Евтеева живет одна, самоизоляцию соблюдает строго. Говорит, соседи переболели ковидом, заказывает продукты 2 раза в неделю, работой волонтеров очень довольна. Конечно, в возрасте уже куча болячек, и не все можешь сделать сам, а кому-то обращаешься. Вот к волонтерам часто обращаешься, просишь продукты привезти. Помощь, конечно, нужна. И я рада, что молодежь помогает более возрастным категориям людей. Волонтеры приобретают продукты за счет заказчика в ближайшем магазине. Вес потребительской корзины должен быть не более 5 килограммов. Кроме того, волонтеры могут помочь с оплатой услуг ЖКХ. Во избежание мошенничеств для связи с пенсионером у добровольцев есть специальный секретный код. Андрей Горгуленко, Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.